Ищите рецепт домашней закуски под пиво. Есть множество вариантов. Один из них – как приготовить обжаренные луковые кольца. Вкусная и ароматная закуска, которую можно сделать всего за 20 минут. Вместо покупных сухариков и чипсов можете сделать такие луковые кольца. Для обжаривания воспользуйтесь фритюром или налейте масло в кастрюлю. Закуску подают уже остывшей или теплой, а к ней – томатный или сливочный соус. Можете придать луковым колечкам вкус с помощью любимых специй. 1. Почистите лук и порежьте его кольцами, отберите большие и средние кольца, остальное уберите в сторону. 2. Выложите луковые кольца в миску, добавьте соль и уксус. 3. Влейте в миску с кольцами кипяток и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь. 4. Насыпьте муку в отдельную емкость. Поочередно доставайте кольца лука из миски и обваливайте их в емкости с мукой. 5. Разбейте яйцо в небольшую миску и перемешайте. 6. После муки поочередно обмакивайте луковые кольца в яйце. 7. Высыпьте панировочные сухари в отдельную емкость. После яйца обваливайте луковые кольца в панировочных сухарях. 8. Разогрейте сковороду с большим количеством оливкового масла, поместите луковые кольца в сковороду. Обжаривайте их до золотистого цвета. 9. Немного остудите кольца перед подачей, украсьте зеленью и подавайте.